что советский суд самый гуманный суд в мире. Самое объективное, это когда суд независим, не связан какими-то указаниями и не коррумпирован. Самосуд. Тоже смешно. Кстати, если так дальше пойдет, то вполне возможно, самым объективным может так оказаться и самосуд. Да, самый гуманный суд. Насколько мне известно, сейчас вопрос, мучают ли Эрика в тюрьме. Насколько мне известно, сейчас, после вот как раз общественного резонанса, резонанса в СМИ, в объективных СМИ, Эрика перестали прессовать. Друзья, ну, я надеюсь, что на какие-то вопросы ответил. Извините, если что-то просмотрел. Просто действительно сейчас мозг взрывается, нужно очень много сделать. И я буду по возможности отвечать на ваши вопросы. Вот, можете также их мне их писать в Инстаграме. Я буду на них отвечать. Все, спасибо. Спасибо за поддержку. Все, что можно делать, вы делаете. Также, ну, по-моему, по новому изолятору вам Паша сказал, да, вот где он содержится, также можете отправлять книги. Эрик, он много читает. Вот, все остальное у него есть, ну и по-прежнему спасибо вам за активную позицию. Все, друзья, спасибо большое, привет Беларуси. Все, всем спасибо, пока.